Всем большой привет, мои дорогие подписчики. У меня сегодня для вас прекрасная новость. Ну, кто меня знает, знает, как я борюсь с мусорами карагандинскими, да и вообще казахстанскими мусорами. Вот прилетела прекрасная новость, а именно очередного мусора в Караганде прибрали к себе черти. Его бумеранг вернулся. Это некто Самат Хусаинов, который ранее занимал высокие должности в полиции, а точнее в мусарне и в департаменте по противодействию коррупции. При том, что сам этот мусор и являлся одним из коррупционеров. Примечательно то, что его жена в настоящее время отбывает наказание за экономические преступления, то есть отмывала деньги. Ну и, как вы прекрасно понимаете, ее муженек, ныне сдохший, принимал в этом самое активное участие. И вот сегодня во дворе дома он, предварительно разведя своих детей, кого в школу, кого в садик, взял и застрелился. И, в общем, сдох, как плешивая горбатая собака, которой нисколько жалости нету, ибо его бумеранг вернулся. Потому что скольким он, вот эта мразь отравила жизнь, и в частности и мне, и моей семье, вот такие вот мусора отравляли жизнь, в результате чего я вынужден был просить политическое убежище в США. Так что еще раз всех поздравляю. Этой псине земля стекловатой. Кто-то скажет, зачем так, зачем грубо, зачем так, и так далее. А вы не задумывались, когда вот эти подонки, вот эта вся мусарня, я еще раз говорю, в Казахстане все мусора 100% это законченные мрази и подонки, которые фальсифицируют уголовные дела, которые фабрикуют уголовные дела, привлекая абсолютно невиновных людей к уголовной ответственности, тем самым разрушая судьбы людей, ни одного. И поэтому я обращаюсь персонально к старшему следователю, подполковнику Маубакирова. Твоя следующая очередь. Я надеюсь. И тебе твой прилетит бумеранг. И также Калиакпарову, это зам начальника мусорского департамента Карагандинской области, который там ухмылялся и предлагал мне пойти на сделку со следствием. Вот вам мусора Караганды и Казахстана. Вот вам.